Всем привет, ребята! Кент на проводе, и сегодня к вашему вниманию представляю обзор топового проекта под названием FreezyCraft. Ребята, вы только вдумайтесь, какой же тут огромезный онлайн! И да-да, ребят, не удивляйтесь, но именно этот проект входит в топ СНГ проектов по Minecraft PE. Так, ребят, смотрим онлайн первым делом. А ну-ка, один момент, немножко я провисаю. Ё-моё, вот этот онлайн, ребят, очень даже неплохо. И тут даже есть квесты, просто бомбезный сервак, конечно же, IP и порт есть в описании. Ну что, ребята, я ввожу мой пароль, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, супер сложный пароль. Теперь мне необходимо подтвердить мой пароль. Мне тут очень сильно нравится плагин регистрации, потому что мне необходимо всего лишь ввести просто цифры. Мне необходимо даже, ну, не надо даже писать команду регистр, очень классно, очень бомбезно. Так, ребят, я закрываю чат, это у нас спаун. Честно говоря, на этом проекте я не был уже очень давно, я уже все забыл. Блин, какой же классный спаун, ух ты, это что, пещера? Нет, это даже деревня какая-то, вау. Мне очень нравится, очень оригинально, очень неординарно, очень необычно. Слушайте, они большие молодцы, да и тем более сделали в новогодней тематике. Ну, короче, они просто красавчики, я их обожаю. Так, а у этого парня можно брать квесты, я прав? Ну, скорее всего, можно брать. А, или это просто игрок какой-то. Ладно, ребят, не суть. Давайте мы получим наш начальный набор. Я пишу команду free и получаю наш кит-старт. Вот наш кит-старт. Кит-старт каким был, таким и остался. В принципе, в кит-старте ничего не поменялось. Так, что же тут есть еще интересного? Давайте прочтем все эти таблички. Так, тут есть вейп. Ох, ну давайте, ребят, окей, попробуем. Попробуем покурить вейп. Конечно, я вейп не совсем одобряю. Вы купили электронную сигарету, дымлю где хочу. Ну, вообще-то не дымлю, а парю. Ну, ладно, давайте возьму. А где электронная сигарета? А что я дымлю-то? А, то есть я купил электронную сигарету, и у меня просто пошел дым. Или пар, да, пар правильнее будет. Так, давайте посмотрим, как нам сделать вид от третьего лица. Блин, я уже и забыл. Рили, ребята, все забыл. Не знаю, как сделать элементарные вещи. Очень много всего добавили. Честно говоря, ребята, за один ролик я даже не смогу сделать полный обзор. Просто рили классный сервак. Вот, честно говоря, ребята, буду сам время от времени на нем играть, потому что он меня сильно порадовал, сильно удивил. Очень много всего. Это у нас, как я понимаю, паркур, да? А ну-ка, давайте его посмотрим. Да, да, паркур. И он уходит прямо в небеса. Ну, скажу так, неплохо, неплохо. Также, ребят, хочу отметить, что тут почти нету лагов. Лаги есть, но, скорее всего, лаги именно у меня с интернетом, потому что, ребят, тут мощная хост-машина, и это меня очень радует. Так, я хотел написать все-таки хак и 2 плюса, но почему-то, ребят, я админку не взломал. Как-то нерабочая команда, да? Эх, обидно. Давайте, а ну-ка, хак, ну и плюс. А, или просто хак, а ну-ка. Вам не повезло, как-нибудь в следующий раз. А ну-ка, давайте еще раз. Ну, блин, ну они нейтрали. Ну, конечно же, ребята, мы все понимаем, что это просто стёб, потому что, ну, на самом деле, админку взломать нельзя. То есть, это просто создатели FreezyCraft решили над нами пошутить. Так, знаете что? Я хочу на War PvP. Я так давно не был на War PvP. Просто я вот жду War PvP. War PvP. Чего? А ну-ка, я не понял. А, да-да, все нормально, War PvP есть, я просто немножко перепутал. War PvP. Смотрим на нашу великолепную PvP-арену. Фух, меня еще никто не убил, все хорошо. О, я вижу будущее, неплохо. Ух ты. Так это, знаете что, это какая-то гладиаторская арена. Они вообще молодцы, как они прикольно сделали. А мне нравится. Да, ну, конечно, да, ребят, сильно простовато. Не хватает парочки столбиков, не хватает еще каких-то заборчиков, стенок. Но в целом, ребята, очень даже неплохо. Я бы, честно говоря, с кем-то по PvP шел все так. Тут никого нет. Вот кому-то хочу надрать зад. Но, увы, ребята, никого нет. Ну что, я думаю, что мы можем обратно отправляться на спавн. Честно говоря, впечатление очень хорошее, потому что они изменили FreezyCraft в лучшую сторону. Я очень рад, что я играю на таком классном проекте. Конечно же, IP порт есть в описании. Заходите, играйте вместе со мной. Ну а если вы впервые на моем канале, то обязательно подпишитесь и поставьте мне лайк. Про подписочку я не шучу, поэтому прям сейчас возьмите и подпишитесь. Все, ребята, всем удачи и всем пока.